Из лесу вышел. Настоящий мороз. Роскошный тулуп, красный нос. Сразу видно, дедушка готовился. Ведь в парке раздолье он впервые и по особому поводу. Прибыл открывать собственную новогоднюю резиденцию. Привез с собой внучку, а вот снег не захватил. Сколько б ни колдовал, все у вас тут тает. Место, видимо, хорошее такое. Ну уж, ежели время придет, к Новому году, надеюсь, получится договориться с природой да погодой. Но настроение в парке от этого точно не испортилось. И хороводы водили, и песни пели, да стихи рассказывали. Резиденция в парке Раздолье официально открыта! Теперь в Раздолье есть официальный дом, где Дед Мороз может принимать гостей. И, конечно, письма, потому что это еще и мастерская Подаркова. Резиденция огоньками украшена, главный центр притяжения, конечно, елка. В хороводе мы спросили маленьких гостей праздника, что они уже успели загадать. Лего. Книжку. Зайку. Плюшевого мишку. Электрический гангстук, тол мелкий. Скейтборд. Зеркальки. 11-й iPhone. Я PlayStation 4. Лего Дупло. А что такой грустный? Скажи ли одно желание, спой. Но расстраиваться не стоит. Остальные желания могут выполнить родители. Например, привести детей в новогодние каникулы в парк Раздолья. Организаторы подготовили немало сюрпризов. Карамельное Рождество, бал принцесс, интерактивные сказки. А кто предпочитает спортивный вид отдыха, тоже есть чем заняться. В парке планируется прокладка семейной лыжни на 1,4 километра. Почему семейной? Потому что как раз самые первые шаги в этом виде спорта ребята могут сделать вместе с родителями. Лыжни будут идти параллельно. И 25 декабря в парке планируется открытие новогоднего катка и тюбинг-горки. Лед на катке будет искусственный. Приходить можно со своими коньками. В день открытия зимнего сезона парк посетили более 2000 человек. Уже в следующие выходные сказочные жители парка ждут к себе еще больше гостей. И снега, конечно же. Но главный новогодний атрибут – праздничное настроение – уже имеется. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».